Всем привет! Хотел бы с ней поговорить о таких вещах, типа спор о том, что настоящий сейчас кинош и его копия, то есть они, в принципе, ничем не отличаются, типа, что смысл переплачивать за там какие-то точную подгонку, за полировку всех предметов, за имя. Когда можно, допустим, купить вот такой вот, например, вот такой вот ножик и пользоваться им с радостью, и он сделает все то же самое, что сделает настоящий Ажавита Индекс. То есть споры эти, как бы, никогда, думаю, не утихнут. Сторонники Ажавита Индекса будут говорить одно, сторонники копий обычных будут говорить другое. И аргументов, то есть, как бы, будет очень массовое количество. Вот. И что я хотел бы вообще поговорить, то есть, поговорить, в принципе, о качестве швейцарцев, их копий, наглядно продемонстрировать инструменты, то есть, насколько вот работоспособны могут быть копии. Вот данная копия, это вот идет сделано, как бы, создано, так сказать, с модели блокчам. То есть, ну, блокчам, как бы, это вот модели Таинкса, имеющие дополнительно еще напильник двухсторонний с пилкой по металлу. И, если я не ошибаюсь, еще имеется крючок на тыльной стороне, соответственно. То есть здесь почистки полный этот функционал, только отсутствует этот данный крючок. И вот продемонстрировать, как бы, вот именно вот сравнить этот нож с оригиналом. И начнем мы вот сравнивать уже вещи, допустим, как клиночки. Клинки, они, как бы, в принципе, так, при рассмотрении они однотипные. Оба имеют спуски от обуха. По форме они достаточно схожи, разве что у китайского клона как бы, он почти по всей длине идет толстый, только уже здесь в самом кончике уже начинает сужаться. У оригинала постепенно где-то, может быть, где-то отсюда, по части обуха идет сужение кончику. То есть и эта часть здесь более тонкая. По заточке, то есть по именно по вот, углу заточки я точно тоже сказать ничего не могу. Но вот сведение на так вот, в принципе, так вот, по ощущениям, по визуальным, как бы, так вот, каким-то моментам, как бы, оно, вот, думаю, что оно схоже. Вот, сталька, то есть сталь, в принципе, на этом китайцам особо сильно, думаю, не уступает. На этом я еще, как бы, ну, я не тестировал сильно. На предыдущей реплике ножа под Форестер, имеющий зелененькие накладки, клиночек там работал вполне неплохо, и думаю, что на этом клинок тоже будет достаточно неплохой. Следующий инструмент, который здесь идет, здесь инструмент расположен не как вот грамотно у Таинекса, то есть вот у Таинекса, допустим, Атлас, Геркулес и вот этот Блокчам, у них инструмент расположен довольно-таки грамотно. Здесь как-то инструмент сделан совершенно наоборот, но суть не в этом. Дальше вот рассматриваем пассатижи. Вот это Таинексы, пассатижики, и откроем мы пассатижики на этой копии Таинок своего чампа. Смотрим швейцарские. Заметно, что они достаточно все-таки более мощные, более толстые. Хорошая пружина не стоит. Они очень хорошо подпружинены. На копии пружину я уже сразу же, когда стал скалпи, сразу же вот ее отгибал, разгибал, чтобы они лучше пружинили. Толщина вот этих пассатижей очень тоненькая, то есть они на вид такие хлипкие. И вот даже можно обратить внимание на осевой узел, то есть на эту закрепочку.
на миксе у нас такая мощная заклепка. Здесь такая шайба стоит. Здесь же такая более хлипкая заклепка. И вот при ощущении, то есть визуально, то есть я думаю, что при серьезных нагрузках эти пассатижи сильно расшатаются. Под пассатижем прячется такая тетка. А тёточки, кстати, тоже у копий не блещут. То, что до видео якобы вот, закручивал, подкручивал на саморезке на одной там конструкции, которую я сделал для подвешивания колеса на велосипеде, там делал обслуживание. То есть на этом ноже мы видим, что тетка сделана так более универсально. То есть можно откручивать средненькие и более крупные саморезы, грани. Но этим тетка еще ни разу не пользовалась, но я могу вам сказать 100%, что вот на Геркулесе, которому уже 4 года, я его на работе оставил, как рабочий такой старенький ножик. Более заметны только такие слегка небольшие царапинки на тетке, но и откручивалось очень много винтов. То есть она работала у меня долго и усердно. Здесь же на камеру это будет, конечно, незаметно, но вот уже я покрутил 3 саморезника, и уже остались следы, как будто этой отводкой пользовались очень длительное время. То есть сталь здесь слабенькая, и, конечно, отводка сама по себе более тонкая, и здесь менее вот эти выраженные вот эти грани две для более крупных винтов. То есть более крупные винтики откручивать, думаю, ей будет совсем удобно. Дальше у нас все будут с аналогией как бы, по правильному расположению инструментов открывать наши дистанции. Дальше вот здесь вот такая идет на миксе пила. И здесь тоже один аспект пила. И пила у нас рядом с клинком на этом ноже. При рассмотрении вот этих двух девайсов, так сказать, инструментов. На Викторинокс у нас остренькие зубчики, то есть если хорошенько, вот я, допустим, сейчас резко пройду пальцем, то я конкретно прорежу палец. То есть очень злые зубчики, хорошо убивают пили, соответственно. Что же здесь у нас делается? Здесь, как вот с виду, не всматриваясь, вроде бы все неплохо. Но если детально присмотреться, то зубчики вообще не наточены, то есть просто скруглены. То есть их просто тупо забыли заточить. То есть я могу вот. Вот что я могу сделать и что я могу сделать на этом туре, на этой пиле. То есть я это просто делать не могу, иначе я просто порежу палец пилой. То есть пила никак не заточена. Соответственно, сами понимаете, что пилить она не будет. То есть как инструмент она не рабочая. Дальше здесь, ну здесь идет ножниц, нету я ножницы. Открою на этом инструменте, это мультитул. Откроем ножнички. И откроем ножнички, мы вот как раз таки для китайца. В принципе, вот так вот при рассмотрении, с виду, в принципе, как бы так, сильно отличия не видно, так сказать, незаметно. Опять-таки, слабенькая плохая пружинка, которая, кстати, вот вылетает. И ножницы, вот, между прочим, здесь кривые. То есть если посмотреть здесь с четкостью ровно, то здесь вот эта рукоятка, она просто кривая. То есть ножницы просто криво сделаны. Но они работают. Они работают, они бумажку режут. Даже резали двойную тройную свои бумаги. То есть это, в принципе, достаточно рабочий инструмент. Под ними, то есть также прячется более маленькая отверточка. Тоже такая же не ахти будет, то есть при долгом использовании она сточится. Дальше у нас имеются инструменты, то есть более уже классика, открывашки для бутылок, они же являются отверточками плоскими. Ну и еще как маленькие типа мини-фомочки такие, что-то поддеть, подковырнуть, то есть ничего-то несерьезное.
При рассмотрении, то есть как бы заметно открывашки, конечно, что вот, когда она здоровая. Вот эта ножек открывашка тоже, в принципе, не маленькая для сравнения положу. То есть, что у нас выходит? По открывашкам. Сведение как бы именно на кончике на этом острие у китайского ножа более толстое, чем у швейцарского. То есть узкие тонкие винты открутить будет проблематично. Первое. Второе. По вот этим зацепам, с помощью которых зацепляются пробочки, для того, чтобы открыть бутылку с лимонадом, бутылку с пивом. То есть, якобы есть сомнение, что она нормально будет работать. Как открывашка, то есть она очень мощная, если посмотреть. То есть, и может создаться впечатление, что она очень мощная, она мощнее, чем на оригинале, но это не так. То есть, я больше уверен, что при силовых нагрузках она может просто покрошиться. То есть, это уже было на первой копии ножа Forester. Когда здесь будет, я не знаю. Пока не пользовался. То есть этот девайсик купил буквально час назад в магазине в подвале расположен. Вот. Дальше у нас девайсик как крывашечка для консерв. Она является маленькой плоской отверткой. Вот. При рассмотрении мы видим на оригинале, то есть зацеп для того, чтобы открывать консерву более загнут. Имеется заточка, все, то есть открывашка и тонкий съемный кончик. Что здесь? Зацеп более пологий, отсутствует вообще заточка. То есть не тоже заточка, даже вот эта часть даже тонко не сведена. И здесь идет толстый-толстый кончик. И он даже скруглен. То есть как инструмент, это не рабочий. Вот, поэтому, в принципе, рядом у нас все. Осталось только единственное вот такая вещь, как пила и двухсторонний напильник. Здесь тоже по этому поводу есть что сказать. Я даже уже попробовал этот напильник, то есть я думал, что он будет работоспособный, но я обманулся. То есть вот этим напильником уже стачивалось, распилилось это пилой, и напильником уже много чего делалось. Как видим, ничего не случилось. Здесь я, конечно, сомневаюсь, будет ли видно на камеру. Покажу ближе. Ну, не знаю, это видно, не видно. Я решил на этой своей подставке металлчел саморезик, хотел его подточить. Что же я заметил? Что саморезик у меня вроде бы не стачивается, и у меня просто появились глубокие царапины самореза. То есть саморез вот эту насечку напильника просто съел. Я могу сказать, что вот этим напильником я стачивал саморезы, и ничего, то есть нормальная накалка. Здесь же я просто рассмеялся, это увидел. Я это увидел, просто я стал просто смеяться, буквально. То есть какой-то мягкий металл, как алюминиевую трубочку, там что-то мягкий, именно мягкий металл, да, еще можно попилить, обтачивать, но уже каленые уже саморезы, они уже каленые, винты, они каленые. Уже напильник не справляется. И пила тоже обычный металл, не каленый, обычный сталь. Очень плохо пилит. На швейцарской мультитуле у меня ножовочка классно пилит. То есть пропил делает. Очень хороший. Вот. С этой стороны мы, в принципе, все рассмотрели. То есть больше ничего интересного нет. С обратной стороны штопор. Штопор это тоже отдельная тема. Штопора я, в принципе, вот проверяю, каким образом. Я не открываю винные бутылки, нет. Я их вкручиваю в деревянный брусок. На швейцарском даже штопор достаточно легко вгрызся в дерево. Что же было у меня с этим штопором? То есть обратите внимание на одну деталь. То есть длина штопора это ясно, а именно вот на кончик. Здесь кончик выступает. И за счет этого есть возможность вкрутить деревянную раму
Штопор использовать можешь как ручку и вкручивать пробку. Здесь же кончик, они просто поленились, его там дальше продолжить и загнуть его чуть-чуть. И что же у меня вышло? Я попросту даже не смог наживить его в деревяшку. То есть он также может аналогично повести себя при открытии винной бутылки. Это сможет просто не сработать. Второй момент, как бы я думаю, заметить, что количество витков здесь, конечно, одинаковое, но шаг этих витков на китайце меньше. В сложенном состоянии штопор на оригинале. Во-первых, за счет толщины плашки, здесь плашка более толстая, здесь тонкая. И плюс шаг витков, все это позволяет, чтобы он умещался и не уступал. То есть он так сверху смотришь, он чуть-чуть выступает, сбоку вообще не выступает. На китайской копии он выступает очень сильно, выдается вверх и в бок. То есть, когда мы открываем клинок, допустим, и нам нужно сделать силовую работу, то есть я схватываю нож для силовой работы, и мне этот штопор, дальше я сажу его сильненько. О. Вот видите, остались следы. Следы остаются. Здесь же такого нет. То есть я силы возьму, да, может быть, след останется, но все равно при обычном таком хвате, то есть штопор здесь, вот здесь вот никак не мешает. Да, он чувствуется, но не мешает. И здесь же он мешает. То есть целесообразно, допустим, чтобы ножик имел и такой жестко ходил, штопор убирать нельзя, значит ножик будет болтаться. То есть просто тупо вот так вот отпилить и все, и оставить как вставку, либо ставить какую-нибудь пластину, чтобы сделать. То есть это уже как бы так план на будущее, что я буду делать с ножом. Из ножа я выброшу вот эти два инструмента, я вам скажу сразу. Просто их напрочь уберу, потому что они только занимают место. А трубочки с ножницами, два эти ряда останутся, это останется, и беру штопор. То есть три инструмента я попросту уберу. Нож станет, получается, четырехрядным. Два ряда уберу. Потому что два инструмента, они просто тупо занимают место, они не работают. Ну, это просто как бы на будущие планы, что сделать с этим ножичком на будущее. Вот. Теперь сделаем, так сказать, такой, можно сказать, такой вывод, что под в итоге мы имеем. То есть работоспособность, так что китайского, так сказать, мультитула, проще говоря. То есть перечислим инструменты, которые действительно будут достаточно хорошо работать. Но это будет сужать клиночек у нас. Думаю, какое-то время отработают пассатижи. Какое-то время отработает у нас отвертка. Достаточно долго отработают ножницы, потому что ножницы подвигаются очень малым работам, лично у меня. И твердыми материалы я ими не режу. Ну и это тоже отводочка. То есть отводки, клиночек, пассатижи, ножницы, две отводки отработают. Открывашка. Открывашка вот как раз таки это под вопросом, но ей в принципе более широкие винты, откручивать будет удобно. Но как она себя поведет, я не знаю. Но она в принципе так вот работоспособная, потому что она сделана. Так что ей можно хотя бы один раз, но воспользоваться. Это же открывашкой мы не воспользуемся, нужно дорабатывать. Все. Кстати, я забыл еще вам вот показать шило. Шило на копии и на оригинале. Обратите внимание, вот. На оригинале шило имеет совместную заточку с разводкой, отверстие, острый кончик. Да, китайцы. Да, есть скос под заточку стамесочную, но никакой заточки здесь нету. Тупой кончик. То есть шило не работоспособное. Но его можно обточить. То есть я то же самое делал на первой копии
Ножа Фостер. Вот, и заключение, то есть я уже сказал, по инструментам, которые работоспособные. То есть, получается, почитаем рабочие инструменты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, шесть инструментов рабочих. Всего особо инструментов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть, 12 инструментов. То есть, половина инструментов. Половина. То есть, нерабочие. Раз, два, три, четыре, пять, наверное. То есть получается нерабочий штопор это раз, нерабочая шива это два, нерабочая кварашка это три, нерабочий напильник четыре, нерабочий пилот это пять. Пять. Рабочий клинок, рабочие пассатижи, рабочие ножницы. Это три, четыре, это рабочая трубка. Пять, это рабочие у нас малая, шесть, это рабочие у нас идет открывашка. И шесть предметов рабочих, пять нерабочих. Скажете, а почему 6, 6 предметов, а какой из них не рабочий? Суть не в том, что ладно, там, может быть, я немножко ошибся, может быть, 11 инструментов. Суть не в том. Суть в том, что половина из того, что здесь напихано, работает, половина не работает. То есть, по сути, половина код занимает место. Цена вот этого девайсика в среднем 400-500 рублей. То есть китайская копия Forester стоила столько же, но функционал был как раз вот как в этом милитаре. Две открывашки, пила, клиночек. Все больше здесь ничего не было. Ну, было шило, и вместо туточки был у нас штопор. Штопор на той реплике был более рабочий, то есть он в дело входил. Итог такой. То есть, на вопрос, то есть, не имеет ли смысл покупать такие вот паскудные версии у Таймикса или нет? Лично мое мнение, не стоит покупать такие паскудные версии. То есть, просто, товарищи, пожалейте, просто сказать свои деньги и свое здоровье. Вот все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.